Ну, вы хоть что-то можете сказать? Он жив? Простите, но я правда не знаю. Как только что-то будет известно, я сообщу. Ну, можно к нему зайти? Разумеется, нет. Он в реанимации. Да жив он. Это твое магическое чутье говорит? Нет, просто его мать, главврач в этой больнице, она всех поднимет на уши, чтобы спасти своего сыночка. Да, Финик, конечно, тот еще чудик, но это уже слишком. На этот раз это ему с рук не сойдет. Ты серьезно думаешь, что это он? А кто же еще? Помнишь, как он кричал на весь универ, что убьет Финика? Не похож он на убийцу. А кто похож? То, что вам с Луизой приснилось, что мисс Блэк вампирша, это ваши проблемы. Это был не сон. Не сон. Групповая галлюцинация, слыхал? Вот до чего доводят книжки. Но Луиза-то книг не читала. Что? Говори в другое ухо, мне кажется, я оглох после ее крика. Это ж надо так орать. Ты погляди, как нервничает. Говорю тебе, это он. Луиза, я уверен, что с ним все в порядке. Не надо так переживать. На, выпей. Спасибо, так страшно. Эй, подвальный мальчик, а ну отошел. Че ты докопался? Это не я. В полиции это расскажешь. Ты что, не видишь? Ей плохо. Я пытаюсь ее успокоить. Без тебя разберемся. Все хорошо, он жив, уже даже пришел в себя. Мне так жаль, ты пережила такой стресс. А мои уши никто пожалеть не хочет? Все будет хорошо, сегодня мы все поедем домой. Универ временно закрывают. Что? Как закрывают? А ты что думал? Дана пропала, на Финика покушались. Пока все не прояснится, универ будет закрыт. Ребята, успокойте Луизу. Финик пришел в себя, я должен с ним поговорить. Все оставайтесь здесь. Тебя это тоже касается. Добрый день. Какой же он добрый, мистер Танака. Моего сына чуть не убили. Кто за это ответит? Как ты? Как он? Его пытались убить, а вы спрашиваете, как он? Говорить можешь? Да. Пожалуйста, оставьте его в покое. Ему нельзя нервничать. Миссис Уилсон, я лично займусь этим делом. Вы уже лично занялись делом Даны Сингл. И что? Где она? Я делаю все возможное. Я задам тебе несколько вопросов. Попытайся все вспомнить и ответить как можно точнее. Ты видел, кто на тебя напал? Да. И кто это был? Льюис Уокер. А я вам еще тогда говорила. Помните, как он устроил драку и угрожал? Как это произошло? Он подкрался ко мне сзади и ударил по голове. Какой кошмар.
бедный мой мальчик. Как ты его видел, если он подкрался сзади? Я его не видел, но я знаю, что это был он. Больше некому. Мистер Танака, остановите этот беспредел! Этот негодяй должен понести наказание! Значит, ты не видел нападающего? Расскажи все, что помнишь. Во время урока по истории я попросился выйти. Захожу в туалет, а там этот новенький. А он, между прочим, под домашним арестом. Он сходу начал меня оскорблять, хамить. А я что, молчать должен? Ой, сыночек, лучше б ты молчал. Что толку с ненормальным спорить? Я начал ему возражать, и он на меня накинулся. Вот, это он меня по лицу ударил. И как после такого отправлять детей на учебу? Мы немного подтолкались, но я оказался выше этого. Что толку с больным ругаться? Поэтому я ушел. Отсюда поподробнее. Я вышел в коридор. Там никого не было. Я хотел пойти в класс, забрать вещи, но у меня зазвонил телефон. Я поднял трубку, и как раз во время разговора меня ударили. Кто тебе звонил? Да это не важно. Сейчас все важно. Звонила знакомая из параллельной группы. А я тебе говорила, что общение с ней до добра не доведет. Как ее зовут? Дебора Роуз. Канцелярщик мистер Роуз. Это ее отец. Неблагополучная семейка. Не водись ты с этой... Мама, ну перестань. Значит, ты болтал по телефону и не видел нападающего. Я поговорю с Деборой, может, она что-то слышала. То есть вы еще и сомневаетесь? Мистер Танака, я ни разу не детектив, но даже мне понятно, кто это сделал. Главный подозреваемый в пропаже студентки сбегает из-под домашнего ареста. Устраивает драку в туалете со студентом, которого угрожал убить. И вы еще сомневаетесь? Может, по-вашему, это сделала учительница истории, на которую дунешь, и она упадет? Может, и Дану она похитила? Я начинаю сомневаться в вашей компетенции. Вам нужны еще жертвы? Надо, чтобы он кого-то убил, чтобы вы что-то предприняли? Ну как он там? В порядке, жить будет. Льюис, ты дрался с Фиником? Это не я. Мы повздорили, но я на него не нападал. Значит, ты подтверждаешь факт драки? Я не нападал. Почему сразу я? Ты арестован. Папа, что ты делаешь? Это не я, вы ошибаетесь. Расскажешь об этом в суде? Как ты? У тебя был такой взволнованный голос. Спасибо, что приехал. Проходи. Мне уже несколько дней подряд снится один и тот же сон. Две маленькие девочки, близняшки. Ты знаешь, кто они? Нет, но они точно как-то связаны со мной. Иначе они бы мне не снились. Им угрожает опасность. Я хочу им помочь, но не могу. Это прошлое или будущее? Я не знаю. Эти девочки – дети мага, но они еще слишком маленькие, а взрослых рядом нет. Если они маги, как ты, может, это из прошлого? Они связаны с тобой кровью, поэтому и всплывают эти воспоминания. Они связаны не только со мной. У одной из девочек твой амулет.
Ну как? У меня в роду никогда не было близнецов. Мы с Луизой первые. Да и магов у меня в роду не было. А вот тут ты не прав. Магические способности с неба не падают. Добрый вечер. А я вам чаю заварила. Эллиот, ты такой худенький, угощайся. Я сама испекла. Спасибо. Что значит магические способности с неба не падают? А то и значит, милок, что у тебя в роду маги были. Иначе бы ты не умел то, что умеешь. У меня не было в роду магов, я бы знал. Откуда знал бы? Магические способности проявляются не у всех. 3-4 поколения назад в твоем роду кто-то был магом. Ты просто не знаешь. А вампиры? А если у меня в роду были вампиры? Я мог унаследовать этот дар от них? Не говори мне о вампирах, чтобы они сгорели! Простите. Не мог ты унаследовать этот дар от них. Вампиры обращают в себе подобных, а магические способности передаются по наследству. Если даже и был у тебя в роду вампир, то этот дар у тебя не от него. Как же так? Я всегда думал, что способности у меня от мамы. Что вы знаете о вампирах? Они не дают спокойной жизни магам. Так и норовят истребить нас. Но этому придет конец. Откуда у вас магические способности? Моя бабушка была сильным магом. Но она не знала своих предков. Когда ей было 2 года, ее нашли одну в вампирском лесу. Она чудом выжила. К счастью, ее взяла на воспитание семья магов. Они помогли ей развить ее способности. Моя бабушка была сильной и ясновидящей. Этот дар Сесиль получила от нее. Только дар ли это? Мне постоянно снятся кошмары. Это не дар, это проклятие. А у вас какой дар? Сложный вопрос. Я умею все и понемногу. Но особенно я преуспела в изготовлении зелий. А вот моя мама, несмотря на то, что была дочкой сильной ясновидящей, не имела способности к магии. Кстати, те близняшки из моего сна, от одной из них я чувствую сильную магическую энергетику, а вторая, кажется, лишена сверхспособностей. А амулет у которой? У той, что не маг. Мне кажется, ей специально его одели, чтобы защитить. А что дальше с ними происходит? Я не знаю. Мне очень страшно, и я просыпаюсь. Но с ними что-то случится, я уверена. Тебе нужно научиться расслабляться и просто наблюдать. Ты ничего не сможешь изменить, но ты должна научиться понимать содержание своих снов. А если попытаться найти общий язык с вампирами? Общий язык? Не смеши. Существует легенда, что потомок первого верховного вампира закончит эту войну. Но, скорее всего, этот вампир еще не родился. Это всего лишь легенда. Есть даже версия, что это будет не совсем вампир. Возможно, в нем даже будет течь кровь магов. Ну, что-то мы заболтались. Давайте пить чай. Может, еще побыл бы? Так рано уходишь. Мне правда пора. А ты не переживай за снов. Постараюсь. Еще раз спасибо за зелье. Твоя мама меня выручила. Но зачем оно тебе? Да так, для эксперимента. Спокойной ночи. Значит, у меня в роду был маг. Но кто? Мама никогда не рассказывала. Возможно, она и сама не знала. Дедушка Блур рассказывал, что мы потомки верховного вампира. Неужели это правда? Получается, я полумаг, полувампир. Мисс Блэк хочет меня убить, но почему? Неужели это месть за маму? Может, есть еще что-то? Я должен с ней поговорить. Гляди, что я нашел! Это гитара бабушки Элли.
просто лежит пылиться. У нас же никто не играет. Пора это исправить. Ну прекрати, нет настроения. Универ закрыли, пар нет, надо веселиться. Преступник пойман, можно спать спокойно. Хватит, Льюис здесь совершенно ни при чем. Чё ты в телефон пялишься? У него его давно забрали. Не напишет он тебе, не жди. Явился. А я пока у вас поживу. Общагу закрыли, а дома мне скучно. Я у тебя в комнате спать буду, ты не против? Будто бы у меня есть выбор. Неужели универ и правда закрыли? Тяжело вам, задротом. Слушай, хватит бренчать. Приобщайся к культуре, слушай музыку. Угу, от такой культуры могут уши завянуть. Вот только про уши не надо. Кто орал на весь универ? Я чуть не оглох. Это непроизвольно, я испугалась. Эта песня посвящается моей любимой шестиюродной сестре Луизе. Однажды после пар произошел кошмар. Теперь я обречен ужасный видеть сон. Сидел я на диване и мило улыбался. Внезапно из подвала дичайший крик раздался. Метнулся я на зов, готов был умереть, повергнуть кучу монстров и зомби одолеть. Но к моему сюрпризу увидел там Луизу. Закрой свой рот, закрой свой рот. Какой же Льюис? Идиот! Уже готов я в кому впасть. Закрой скорее свою пасть. Закрой свой рот, закрой свой рот. Лишусь ведь слуха я вот-вот. Но продолжаешь ты орать от крика мне не убежать. Закрой свой рот, закрой свой рот. Какой же Льюис, идиот! Вот смешно. Я ей песню посвятил, а она недовольна. Тебе не угодишь. Эл, что ты там пишешь? Универ закрыли, напоминаю. Эл, надо поговорить с папой и рассказать про мисс Блэк. А вдруг это не она? А кто? Ты тоже считаешь, что это Льюис? Льюис в том мире тоже, между прочим. Здесь Льюис человек, а мисс Блэк вампир, и я собираюсь обо всем рассказать папе. Давай я выясню сам, мисс Блэк это или нет, а потом решим. Что ты все время пишешь? Говорят тебе, универ закрыт. Уроки делать не обязательно. Песня про Элла. Ох, Эллиот, дурелиот, косил под ботана. На деле же свихнулся ты, и вот тебе, братик, на. Учил свою безумную, ненужную фигню. И вот твоя потенция равна, чувак, нулю. Спокойной ночи. Удивлен? Блин, а я думал, он историю учит. Но черт возьми, она же Мегера. Сесиль в 100 раз лучше. Вот пойди и скажи это ему. Вот пойду и скажу. Как? Ну что сказать, ты просто неотразим. Бледноват немного, правда. Это зелье обращает вампира на 10 часов. Но зачем? Сегодня ночью Верховный вампир устраивает бал. Там будет мисс Блэк. Если она примет меня за своего, может, мне удастся узнать про Дану и Финика.
А может, ты просто хочешь с ней потанцевать? Ну... Но она же тебя узнает. Не узнает. Я наложу заклинание, чтобы все думали, что видят меня в первый раз. Она будет думать, что никогда меня раньше не встречала. Эй, что ты делаешь? Фу, ну и горькое. А ты думал, сам пойдешь на вечеринку? Я тоже хочу оторваться. Это опасно, тебя могут убить. Черт, я себя не вижу. Я похож на вампира. Ты похож на ненормального. Кто бы говорил. Ладно, пойдем, не хочется пропустить начало. Стой, это тебя защитит. И помни, надо попытаться узнать, где Дана. Не исключено, что она у мисс Блэк. Лана, ну мы же кумовья. Помогите, пожалуйста. Нельзя допускать закрытие университета. Репутация и так пострадала. К нам не хотят поступать, а закрытие вообще сделает нас самым непрестижным вузом. Я все понимаю, но повлияйте как-то, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Буду ждать. Добрый вечер. Чем могу помочь? Вы что-то хотели?